Семена фасоли овощной «Золотая сакса», «Золотая секса» предназначены для ценителей здоровой пищи. Сорт с нежным вкусом и максимальным содержанием белка подходит для приготовления практически любых блюд и кормления животных, птиц, в строго ограниченном количестве. Обильный урожай светло-желтых длинных стручков позволяет сделать серьезные заготовки сушеных бобовых. Урожай начинают собирать на 50-й день после всходов. Условием максимального сбора служит солнечное место высадки и обильный полив, особенно во время формирования первых завязей. Растение предпочитает суглинистые почвы, высота небольшая, не требует опор. Фасоль овощная «Золотая сакса» – это однолетнее растение высотой 30-35 см. Фасоль прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для суглинистых почв. Тип роста этого симпатичного растения – карликовый. В качестве места выращивания фасоли прекрасно устроит открытый грунт. Фасоль овощная «Золотая сакса» имеет ранее спелый срок созревания. Плоды фасоли созревают в месяце июнь. Форма у плода округлая. Цвет плода желтая. Ягоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.